Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Аня. И вот такой вот прям большой-большой огромный заказ. Давайте с вами поедем. Начнем со сковородок. У меня случился казус. Девочки жарили блины, забыли. И, в общем, у меня нет больше сковородок. Они очень сильно сгорели. Была дымовуха, но самое главное, что все хорошо. Я заказала новую сковородку. Они идут антипригарные, 20 сантиметров, артикул 119-79. Очень они мне нравились, 2 года я их примерно использовала, и все было хорошо, пока вот не этот казус. Далее, кстати, да, кто будет задавать вопрос, центр действительно темнеет, но не сильно, и свойства антипригарные при этом не теряются. Бывает такое, что вот у меня индукционная плита. Далее 20 сантиметров авокадо сковородка, артикул 119-78. Следующая сковородка по просьбе мамы, она идет 24 сантиметра, артикул 119-87. Такая вот тоже в оливковом цвете, очень приятная. Далее такая вот универсальная крышечка, она идет под сковородки на 18, на 20 и на 22 диаметра. Размер 23,5 сантиметра. Очень такая удобная. Тут она такая, видите, прорезиненная, а тут стекло. Следующая сковородка глубокая, диаметром 28 сантиметров. Вот такая вот красотища. Мне она очень нравится, потому что у нас семья, 7 человек, она очень тяжелая. Не знаю даже, сколько она весит, скорее всего, в аннотации есть. Ну, 28 сантиметров, да? Так, диаметр 28, цвет оливковый, веса вроде бы нет. Максимальный нагрев 220. Ну, в общем, такая очень увесистая штучка вместе с крышкой. Так, распечатала. Вот такая вот книжка. Да, тут как бы... Вот эти заклепочки, это просто, чтобы крышка не царапалась об сковородку или сковородка об крышку. В общем, супер. Мне нравится. Тут можно приготовить даже плов, и вся семья поест, и как раз 7 порций будет. Так, далее смотрите. Значит, я заказала второй ручной отпариватель, так как у меня на него есть уже хороший обзор. Я не буду занимать ваше время. Артикул 910-230 мне понравилось. Были на него жалобы в плане того, что он плохо отпаривает. Но там 2 мощности. И да, пишут, то хорошо, то плохо, то еще что-нибудь. Девочки, не почитав инструкцию, такие девочки, да, начали все... тыкать, перетыкивать, и то он слабо отпаривает, то он сильно отпаривает, не могли понять. На самом деле у него просто 2 режима. Мы его брали с собой и в Таджикистан, и рубашки, и футболки, все отпаривали. И, кстати, тоже даже в Турцию брали. А далее посмотрите, какая красота. Вот эти вот вилочки, ложечки. Вся эта коллекция «Северное сияние». Радужная, да, коллекция. Очень симпатичный рисуночек. Клевый, классный. Ну, как рисуночек, как краска, да. У меня уже есть радужные ложки от компании Faberlic. Маленькие, да, в форме сердечка. Они не обдираются ни в посудомойке, нигде. Это ложка сервировочная. Ну, для торта, например, да. Размер 23,8. Артикул 910-324. Очень прикольно собрать такую вот коллекцию на стол. В общем, у меня дочка сказала, что это ложка для великана с очень большим ртом. На самом деле, это ложка для салата, когда мы с вами кладем вот так вот ложечку, да, в каждый салатик по ложечке. Люди знают, что все там своими вилками, ложками, которыми принимают пищу, не лезут в общий салат. Это очень классно. И у нас всегда стояли отдельные ложки. Но из-за того, что кто-нибудь эту ложку доскоммуниздит, по-русски говоря, конечно же, удобно, когда они отдельные. Сразу видно будет, у кого ложка. Угу. Артикул 910-326. Вилка салатная. Ей тоже будет очень-очень удобно. Ох, она прям тут очень острая, кстати, опасненькая. Вот если что, для детей, как бы, не знаю, островато. Тоже длиннющая, 26 сантиметров, артикул 910-325. Ну, в общем-то, они одинаковые, только у одной вот зубчики есть. Потом, если вот эти по одной идут, да, большие, крупные, то остальное все идет по 2, да, в наборе 2 комплекта. Вот такие 2 столовые ложки обычные, мне они понравились, легкие, классные, не такие уж и крупные, ими будет удобно кушать, реально удобно кушать, да, то есть вот глубину все вам показать, чтобы вам было
прям все понятно. Артикул 910-321, размер 28 сантиметров. Вот я понять не могу, почему тут 26 сантиметров написано, а тут 28. Мне кажется, что это больше. В общем, или это какой-то, может быть, что-то перепутано. Но это обычная стандартная ложка, и как она, почему она больше? Так, значит, вот тут написано 23. Вот в это я верю, да, то есть, а тут 28, ну, странно. Так, далее, значит, такие вот парочку ножиков заказала посмотреть. Окрашены вообще прикольно, супер. Они в меру острые, то есть ими мясо, конечно же, вы разрежете, руку порежете, если будете резать. Но, по идее, тупые безопасны. 910-320 артикул. Вилочки точно такие же. Знаете, вилки тоже обычные, легкие, удобные, прям, ну, вот такие, которые мы привыкли. 910-322, тоже 23 сантиметра. И маленькая ложечка 16,5 сантиметров, 910-323. То есть вот эти приборы, они идут все по две штучки. Когда вы берете, смотрите на цену, там по две, потому что может показаться дороговато, а на самом деле их по две. А следующее, это вот такие вот тарелочки. Шикарная красота. Вот, кстати, суповая тарелка, или как, салатник малый, он немножечко потемнее, чем все остальные тарелочки, но смотрится тоже великолепно. Значит, салатник малый, артикул 910-315, высота 5,3 сантиметра, состав у него идет фарфор и диаметр 15 сантиметров. Очень красиво. Далее, артикул 910-314, тарелка малая, коллекция тоже «Северное сияние», фарфор, размер 19,5 сантиметра. Симпатичнее, очень. Тут еще такой, видите, белый кантик по краям идет, рисунка, да, такой вот белый кантик на всех. Да, то есть тут подписано «Faberlic Home», в общем, все здорово и классно. Это у нас идет артикул 910-27 сантиметров, фарфор. И далее вот такая вот еще большая тарелочка, тоже это называется салатник большой, великий. Я сначала читаю салатник великий, потом поняла, что не по-русски это написано. Салатник большой, коллекция «Северное сияние», размер верха 22,5 сантиметра, высота 7,5 сантиметров, артикул 910-136. Вот такая вот красота. Поэтому можно собрать очень хороший наборчик. Прям и вот кушать, еще вилочки, ложечки положить. Вообще красотища. Мне нравится. И говорят, что синий цвет, он уменьшает аппетит. Вот. Мне прям понравилась идея синего. Я извиняюсь, я сказала не полностью артикул. Значит, вот это большое блюдо 910-313. Вот знаете, дорогие мои, я не знаю, вот это вот должно было сочетаться или не должно было сочетаться, но немножко сочетается. Не целиком, но... Итак, значит, коврик, он такой классный, прорезиненный, он вообще не будет скользить, 58/39, полиэстер, ПВХ, пенополиуретан, артикул 910-271, отличный такой, да, видите, пушистый. Я помню, я их тогда заказала 5 штук, и у меня Вика на нем играла, а потом уже стал такой, не отстирывается, года, наверное, за два, и мы так и все выкинули. Вот такая вот шторка для ванной. Она вроде бы очень хорошо сочетается. И, кстати, на камеру цвет слегка ярче, нежели вживую. То есть он не такой прям бирюза, как на камеру, а чуть-чуть такой спокойный зеленый. Значит, шторка для ванной, артикул 910-275. Она идет бирюзовая, размер 180/180. Она просто огромная. И в комплекте идет 12 колец. Следующая красота, не могла не представить. Я сначала подумала, что это брак. Но у него на самом деле такой вот неровный узорчик. Ой, я не могу, я смеялась. Говорю, что такое, почему все нормально, а это брак. А это не брак, оказывается, это узор. Очень интересный такой, еле уловимый. Значит, это набор аксессуаров для ванны бирюзовый. Материал полностью фарфор. Значит, идет дозатор для жидкого мыла. Стакан для зубных щеток и мыльница. Дозатор клевый, классный, он идет пластмассовый, а сама это идет стеклянная. Дальше, значит, так, мыло 17/2/10,
стакан для зубных щеток 10 на 6 и 8. А, и мыльница 11 на 7, 11 на 7 на 2 и 4. А вот это 17 на 2 на 10. Нечаянно, да, не то сказала. В общем, открываете, наливаете, все прям очень комфортно. 910, 307 артикул. Так, ну вот как выглядит коврик. Мягкий, клевый, он реально не скользит и не будет скользить, даже если он полностью намокнет. И вот так вот выглядит шторка. Вот мы ее сейчас повесили. В принципе, нормально сочетается. Ну и, конечно, вот такую красоту я сюда поставила. Тоже очень хорошо. То есть смотрится прям реально великолепно. Мне очень даже понравилось. Мы положили вот такое вот новогоднее. 60 грамм. Артикул 26-22. Сюда в дозатор мы налили вот такой вот запасной блок мыла. 500 мл. Значит, получается артикул 27-44. Классно и здорово. То есть вот так нажимаете. Ну, сейчас он пока новенький. Да? Нажали, ручки помыли. Все хорошо. Ну и, конечно же, место под зубные щеточки. Ну, я, конечно, вместе с упаковкой, но чтобы вам уже было наглядно видно, что 4 распакованные войдут легко. Да, все здорово и классно. Да. Ну все, мои дорогие, с вами была Кононова Аня. До встречи с вами в новых видео. Мне очень понравился этот набор. Я его выбрала самым-самым первым, хотя у меня еще старые наборы, вот как вы видите, стоят. Я вообще люблю что-то такое вот голубое, зеленое. Мне больше всего этот такой цвет нравится.